начинаем делать дракона или журавля, как по-другому его называют. Шаг первый. Делаем из такого листочка квадрат. Один угол загибаем к противоположному углу. Вот так. И вот этот кусочек отрезаем. Или можно просто, если ножниц нет, просто перегнуть его так по линии. И оторвать. Аккуратненько. Все, отложили. Вот одна линия у нас есть в квадратике. Делаем линию перпендикулярную. Для этого противоположные углы тоже сгибаем. Как видим, у нас получилось две таких линии. Теперь каждому углу будем вот так загибать эти уголки. Как на самолетик. Вот если в детстве делали самолетики, вот то же самое. По этим линиям, которые в серединке. Вот раз. Загнули. И противоположные. Точно так же делаем. Есть. Теперь к этому углу точно так же делаем, загибаем. По этой центральной линии. Раз. И аккуратненько следующий угол тоже. Есть. Сделали. Теперь к этому углу, к третьему. Точно так же по линии центра. Один угол. И второй. И наконец, к четвертому углу делаем точно так же. Загибаем по центру. К центру один угол. Так. И второй, как на самолетик. Вот сделали загибы ко всем четырем углам, как видим. Теперь нам надо сделать еще по центру. Раз и два, две линии. Для этого просто сгибаем две противоположные стороны. Раз. Хорошенько подравниваем тут. Так. Сделали, вот она, полосочка. И перпендикулярно. То есть эти две стороны складываем. Есть. Хорошо провели, чтобы линия четко была видна. Вот кажется, столько линий у нас получилось много. Как тут и из них что-то сложить? Теперь обратите внимание, что вот здесь появились вот такие как треугольнички. Вот. На этой стороне, на этой, на каждой стороне вот как треугольнички. Самое сложное вообще во всей этой конструкции это вот взять их вот так вот выделить. Выделите эти треугольнички немножко. Как бы
примните. Слегка вот так. С каждой стороны вот эти треугольнички вот так. Возьмите и чуть-чуть примните. Вот. Получилась такая интересная модель. Теперь нам надо все это сложить. Немножко потренируйтесь, у вас потом все будет получаться. Берете вот так вот. И все это как цветочек складываете. Раз. И сложили. Все вместе. И теперь сторону к стороне вот так. Раз. Эту сторону и эту вместе. Сложили. Вот получилась такая фигурка. Начинаем делать крылья. Берем одно крыло, отводим вверх, так. С другой стороны переворачиваем на другую сторону второе крыло, тоже поднимаем вот так вверх, так. И теперь вот этот угол соединяю вместе с этим углом. Смотрите, вот так. Раз. И с обратной стороны точно так же этот угол с этим. Вот так. Раз. И хорошенько придавливаем. Так. Положили. Поднимаем крыло вверх. Вот одно крыло вверх подняли. Вплоть до основания. Вот так подняли. Раз. Переворачиваем на другую сторону. И это крыло поднимаем тоже вверх. Два. Теперь нам надо отвести хвост и голову. Вот смотрите, если это у нас крылья получились, то вот это будет у нас хвост и голова. Значит, возьмем где-то вот здесь пальчиками, а за эту сторону отведем вниз вот так вот хвостик. Отводим чуть-чуть и прижимаем. Где-то чуть-чуть вот так отвели и прижали. Раз. И точно так же центр берем, голову отводим. Чуть-чуть отвели и прижали. Вот так. Крылья. Крылья немножко надо загнуть нам. Ну, где-то по центру возьмем вот так вот. И загнем одно крыло. Так. Переворачиваем на другую сторону. И второе крыло. Так делаем, чтобы они равномерные были. Все, вот у нас почти получился уже журавлик. Теперь берем рукой вот здесь, возле изголовья, так, внизу, одной рукой, а второй берем за хвост и пробуем дергать вот так. Видите, вот уже крылышки полетели. Осталось только сделать голову. Для этого вот здесь кончик так раздвигаем. Эту вниз наклоняем и сжимаем. Вот смотрите, раз получилась у нас голова. Дальше вы можете ее уже разукрасить или детям дать разукрасить, кто как уже. Вот и получился у нас такой дракон, летающий, или журавлик, как по-другому его называют. Ну не просто статичный какой-то, а динамичный, то есть который хлопает крыльями. Можете дать любому ребенку, он будет с удовольствием с ним играть. Вот здесь берет рукой, вот здесь, где шея, и за хвостик дергает. И все, вот и полетели. До следующих уроков.